Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим беседы под общим названием, как бы цикл их. Во свете Библии, то есть все основывается на Священном Писании, оно называется Словом Божиим, открытым оком. Открытым оком, это взято из чисел 24, глава 3, 15 стих. Это лежат в моей книге, 38 книг, которые мне Господь позволил издать. Я 50 лет занимаюсь с разными сектантами, это называется миссионерская работа. И даже в Америке меня нынешний митрополит Иларион, ну как первый иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви, а он был тогда секретарь, и это было в 92 году, примерно в конце июля. И он сам поехал со мной, где у них есть там русская диаспора, баптисты, и с ними встретиться и побеседовать. То есть, ну, говорить надо знать о чем. И вот они, я знаю, против чего воюют, а зачем вы так молитесь? Ну, я христианин, я изображаю крестное знамение. А крест у вас зачем? Ну, у меня крестик маленький, вот он, я покажу, и вот он какой, нательный, ну, совсем маленький, вот. Он, видите, истерся давно на теле, он со мной в лагере был, в тюрьме, в тюрьмах, ну, никто не снимал. А у других бывает, что и отнимают. Ну, знаю, что я верующий, не трогали. Я там молился каждый день. И вот этот вот крест у меня есть, который на меня надели. Он священнический крест подарил один. Считается, что это взято из могилы, где были расстреляны священники. Но я не священник, поэтому я его снял. Я рассказывал, как в моих руках он оказался. На нем изображен Спаситель наш Иисус Христос. Кланяюсь и почитаю. Для сектантов это запредельно далеко. Как это так? Крест. Да одному Богу поклоняюсь, ему одному служу. Вот одна фраза, на ней остановился. Сейчас я покажу вот эту узость сектантского взгляда. Если в церкви это есть, надо подумать, почему оно есть, когда возникло. Ну, хотя один раз узнать, как поклонялись кресту. Есть такая книга, он лауреат Нобелевской премии, Генрих Сенкевич, «Кама Гридеша», то есть «Куда идешь?». И там у него есть такое, когда Петр шел, то крестным знамением осенял людей. Ну, из книги, говорит, из песни слова не выкинешь. Я тогда ничего еще этого не знал. И гляжу, там вымарано, я спрашиваю хозяев их книги, а что здесь? Да ты там не нужен написано. Книга-то, говорит, хорошая, но тут неправильно написано. Что ж там написано-то было? У меня уже вся книга, тогда кино еще не было экранизировано, эта книга. Там написано крестным знамением. То есть в сектантское ложе ума туда не ходит, у них ямки такой там нету, как Солженицын говорит. Все намертво отсекается. Но он написал это. Ну, найдено в катакомбах к первому веку относящийся крест изображенный и стоит на коленях молится, карикатура. Это язычники нарисовали христианина, он молится. У меня даже стихотворение это написано на эту тему. Он молится. Их называли крестопоклонниками. Но, значит, было в первом веке. Откуда бы катакомба это показала? Христиане всегда почитали крест. У нас в Барнауле здесь баптисты, у них ничего не было. Потом они сделали просто шпиль. Я говорю, а почему шпиль? Кто это делал? Он мне близко знакомый, очень близко. Я с ним занимался. Вот. Жена у него уверовала, дети уверовали. Это в баптистской семье. Старшая дочь стала женой священника. А жена, она родилась в баптистской семье, и мы уже 35 лет, наверное, дружим, она член нашей общины. Петерима Валентина Пантелеевна. Вот я вас спрашиваю, Анатолий Кузьмич, а почему вот это стоит там как ломик наверху? О, это палец, который всем показывает на небо. А почему не крест? Так нельзя, это же виселица. Он, Христос грех пригвоздил к нему. Да как он мог пригвоздить грех? Грех невещественный, крест вещественный. Ну, то есть, никакой сообразности нету. А сейчас прошло время, изображение у них там в баптистском доме, ну, не икона, а другие, я не был там, это мне рассказывают. А мимо еду, смотрю, крест стоит, крест поставили, и уже ничего не говорят, почему, ну, за рубежом везде, и лютеранские, и баптистские, я там был, везде кресты. И теперь они все, ну, вы до этого выучили против, кресты ломали, рубили, а теперь у себя на молитвенном доме поставили это всех бы. Ну вот недавно только было-то. То есть это, что такое секта? Это грозное, зловещее, неуловимое. Неуловимое, то есть они до обеда могут 5 раз свое учение поменять. Ну разве это правильно? Ну конкретно.
И написано «дом молитвы». А с чего вы взяли, что дом молитвы? А как? Молитвенный дом. Да какая разница? Даже этого не знают. Но молитвенных домов могут быть тысячи, а дом молитвы – это храм, он один на всю Вселенную. Господь говорит, дом мой, дома молитва нарешется. Но молитвенный дом, там могут собрания быть, что угодно. А дом молитвы – это храм, храм там, где приносит обескровная жертва. Даже этого не знают. Ну куда ни кинь, говорит, везде клин. А почему? А зачем знать, я спасен? Вот это я спасен, Блокировало желание познавать что-то. Ничего нету. А вот я закончил там какие-то курсы, семинария баптистская. А Златоуста проходили? Да, проходили. Я начинаю спрашивать, а Златоуста за что свергли? Не знает. А какие слова он повторял перед смертью, привязанной веревкой за шею, когда его за арбой тащили? Не знаю. Ну, он повторял «Слава Богу за все». А когда его епископ, как его фамилия-то, имя, не знаю, говорю, Фаретрий, с монахами в горах его ловил Златоуста, то преторианцы, то есть гвардия императорская, говорит, лучше попасть в руки нечестивым иссаврянам, нежели этим злобным монахам. Это в третьем томе все написано, Яна Златоуста. Как же вы изучали когда-нибудь? А какие проповеди Златоуста знаете? Ни одной. Да 12 томов. Так что же вы изучали? 12 томов. И я ему даю начитанные мной пленки, то есть не ему, а жене. Ни одной ни разу не прослушал. А почему? Леность ума. Вот они заходят иногда к нам в храм, а мы к ним, у них баптистов, 4 собрания в неделю. 2 среди недели и 2 воскресенья. И мы все до единого посещаем годами. Все до единого. Никогда не опаздываем, уходим вовремя. Баптистки. И как они нас встречают? А вот эти-то православные, они уже у себя в храме были. И к нам успели прийти, но мы идем на раннюю службу, а потом к баптистам. Что, на одну ложку два горошка? Это они сидят, нас обсуждают. Ну, мы приходим. Теперь они к нам пришли. Я говорю, знаете, я очень прошу вас, ну, простойте хотя бы одну службу, литургию, архиерейское служение, такое красочное. Ничего не бывало. 15 минут от силы. Дальше начинают оборачиваться, смотреть, крутиться, и с ними тошно делается. Ну, бесноватые как себя ведут. Я говорю, к отцу Василию сегодня надо ехать в Новокузнецк. На очистку, экзорцизм. Ни одного богослужения, ни один баптист не простоял еще у нас. И при том это, ну, не один раз было. Ко мне приходят на дом. Я им говорю, ну, они спрашивают, а у вас есть толкование, вот, 10 дев, 5 разумных, 5 неразумных есть? Ну, у нас, говорит, по-разному объясняют. И я говорю, да вот оно где, я на Златоуста открываю. Это что у нас? Ну, Матфея. А, Матфея, я сразу открываю. Ага. 6-й. Открывая 6-й том и начинаем считать. На где конец? Ну как, 2 страницы просчитали-то, а у него 15 страниц. Так это много. Это молодежь говорит. Человек 15, стоят все как один. Я говорю, ну вы ни разу не слышали. Больше вам не представится. Ну пожалуйста, ну сядьте, посядьте. Они не могут, они вот так, как говорят, как будто у каждого червей бочка в них. И начинают под разным предлогом. Ну кто-нибудь идите, кто не может. Ну хоть останься, ни один никогда. Ни один и никогда. Это 50 лет, как один день прошел. Я говорю, вот вы дали в прошлый раз мне литературу. Я подчеркнул все. Все я ее прочитал и законспектировал при том. Давайте побеседуем. Они, ну, пишут-то старшие братья, они ничего не хотят. Одно только. Петь и петь и петь. Мурлычат, говорит, как кошка весенней солнцем пригретая на заборе. Ничего не хотят знать совершенно. И вот которым я сейчас это буду читать места писания, ну тормозните маленько ролик свой, вот это наш ролик, и прослушай, так ли это говорится? Так ли? И согласовано ли это с Библией? Итак, Евангелие от Иоанна 12:32. «И когда я вознесен, буду от земли всех привлеку к себе». Где он вознесен будет? На кресте. Куда привлечет? Ко кресту. А почему ко кресту? Да потому что там спасение куплено. Христос умер за всех. Где он умер? На кресте. Креста как огня, как демоны боятся. Да разве же можно так? Сегодня песнопение, Голгофский крест, на Голгофе, у баптистов сейчас поют. Уже как-то по-другому маленько смотрят. Ну, крест мы не поклоняемся. Придет время, будете поклоняться. Иоанна 3:14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Я места Писания выбираю, показать, что крест нужно почитать. Честный, животворящий крест. После беседы в конце, как правило, говорят, ну, тут мы поняли, конечно, что
крест тут у нас как-то не так понимается, но ну, был бы тот крест Голгофский, ты, конечно, я бы не плевал на него, я подошел бы, ну, знак почтения оказал по-своему, там, по-баптистски, там, но поцеловал бы хотя бы этот крест, кровью Христовой омытый крест. Ну, наверное, да. Но это не тот крест. Ну, так разве можно рассуждать? Ну, вот это лежит в Библии. Вот Евангелие от Матфея, не его рукой написано, напечатано, может, без Божьей, без коммунистической типографии. Послание Павла, это тут не его рукой, это только копия. Ну, рассуждения-то какие-то на уровне детей дебильных. Вот тот бы крест, я посчитал, а это только напоминание. Так напоминание-то о чем? О том кресте. Нам обязательно в Иерусалим ехать. Мы отсюда можем поклоняться Христу. Это надо терпение нечеловеческое. Когда беседуешь, думаешь, ты что, в самом деле серьезно так понимаешь, что нужен оригинал только? Оригинал. Евреи поворачивались лицом к Иерусалиму, когда молился он как к Мекке, там к Медине, где обращаются мусульмане. Так и Даниил отворял окно. А зачем? Напоминание. Для своих знамений и чудес, для откровения своей божественной воли, для помощи и спасения людей, Господь часто употребляет обыкновенные предметы, иногда даже презираемые людьми. Например, в Ветхом Завете, при выходе евреев из Египта, Моисей жезлом разделяет море, и они переходят среди вод по суше, исход 15:29. Жезлом в пустыне изводит из скалы воду, исход 17:1-7. Зачем этот жезл? Еще позже открывает свою волю Бог среди сделанных руками людей изображений двух херувимов, исход 25:18-22, через которых совершает великие чудеса, разделяет воды Иордана, Иисус Навин 9:14-17, разрушает стены Иерихона, Иисус Навин 6 глава, сокрушает идолов, 1 Царств 5 глава, наказывает людей, это через ковчег, 1 Царств 6:19, и благословляет благочестивого Авидара Гефянина, 2 Царств 6:10-12. Это через вещи, сделанные руками человеческими. Притом это было только в прообразах. Херувимы, осеняющие, дощечка. Все это имеет переходной смысл. То, что у него здесь на рамниках, здесь на камнях были написаны 12 имен Израилевых, колен. Это все имеет духовный смысл. И в Новом Завете Господь подает свою милость людям не только через возложение рук своих. Лука 13:19. И рук своих учеников. Деяния 5:12, 19:11, 28:8. Через свою и их одежду. Матфея 14:36. Лука 8:43-48. Деяния 19:11-12. Или через помазание елеем. Матфея 6:12-17. Но даже через тень апостола Петра. Деяния 5:15. И через брение и плюновение. Иоанна 9:6. Приняв образ раба, Филиппийцам 2:6-7. Христос спасает людей посредством бывшего прежде у людей позорного предмета, посредством креста, убив вражду на нем. Ефесянам 2:16. Пролитой кровью своей за грехи всего мира. Если жезл Аарона просветший и херувим и слава, осеняющая очистилище, Евреям 9:4-5, были великой святынею, если мы, имея живот чудодейственную одежду Христа святых апостолов, тоже благоговеем перед нею, то насколько больше мы должны любить и почитать крест Христа. Это обогренное его пречистой кровью древо. Знамя победы над дьяволом. Это великое орудие нашего спасения и примирения с Богом. Как интересно объясняет это Иоанн Златоуст. Дьявол поразил род человеческий тремя орудиями – дева, древо и смерть. Дева – Ева, древо познания добра и зла и смерть Адама. В Адаме все умирают. Христос вырвал это оружие и ударил его в голову. А сатана ужалил в пету, где дева Мария, древо креста животворящего на Голгофе и смерть Христа. Во Христе все живут. Но мне не дано так сказать. Я ни от кого этого не слышал, кроме как от Иоанна Златоуста. Исход 21:8-9. Вознесение змея медного прообразовало распятие Христа. Иоанн 3:14-15. И действительно, святой крест – это благословенное древо, ибо через него совершена великая правда, совершено оправдание и спасение всего мира. Через крест Христов оправдал нас Он перед Богом. 1 Петра 2:24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо.
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Он примирил нас через крест с Богом. Колоссянам 1, 19, 20. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем во Христе обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой всех, умиротворив через Него кровью креста Его». Кровью креста Его и земное, и небесное. Премудрость Соломона 14.7. Посредством Святого Креста, значит, Спаситель избавил нас от власти дьявола, убив вражду на нем на кресте, Ефесянам 2.16. Исход 3.1.5. Место, где явился Господь, названо святым. Сними обувь твою, даже само место. А тут крест, политый кровью, где открывался Господь людям, названо святое святых. И даже святыней великою. Исход, 30 глава, 20 стих. Ветхозаветний жертвенник, на котором приносились кровавые жертвы животных, не уничтожавшие грехи, Евреям 9.1. И все принадлежности его жертвенника были святыней великою. Исход 30, 28, 29, Матфея 23, 21. Так что все, прикасающееся к ним, освящалось. То несравненно более великая нас освящающая святыня крест Христа, на котором заклан Спаситель мира, принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. Евреям 9.28. Дабы вы, то есть мы, все сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5.21. Крест Христов прославил его. Иоанна 17.1.5. Лука 24.26. Филиппийцам 2.8.9. И он пострадал не за свои грехи, которых у него не было, 1 Петра 2, 22, а по любви к нам, 1 Иоанна 4, 9, 10. Поэтому апостол Павел ничем не хотел хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, Галатам 6, 14. Поэтому христиане первых веков были гонимы за крест Христов, Галатам 6, 12. И только погибающие враги креста Христова, Филиппийцам 3, 18, не почитают его за святыню. Упуская ту мысль, что, пострадав телом на кресте, Христос принял на себя грехи всего мира. Вот если понимать по-сектантски, понимает так, то получится, что кощунство – это и богохульство. Ибо если грехами осквернен крест, то осквернено и тело его, и учение его. Ибо сказано, что он грехи вознес телом своим, истребил их учением своим. А мы говорим, что не место греху там, где пребывает Сын Божий. И не могут грехи остаться на кресте, а мы там пречистой кровью Христа. И приведенные сектантами слова нужно понимать в том смысле, что Христос крестной смертью уничтожил все наши грехи. «Освободил нас от убивающей буквы ветхозаветнего закона», говорит епископ Феофан Говоров. Толкование на послание к Колоссянам, 1892 год, страница 123. Премудрость Соломона, 14.7. «Благословенно дерево, через которое бывает правда, как через Ноев ковчег пришла правда». Крест Христа действительно есть благословенное древо. Все зеленое и небесное. Мы примирились с Богом Иисусом Христом кровью креста Его. Колоссянам 1.20, 1 Петра 2.24. Посредством креста уничтожена вражда наша с Богом. Христос убил вражду, Ефесянам 2.14.15. Проклятым и оскверненным крестом апостол не хвалился бы. Галатам 6.14. И великий грех потому называют крест оскверненным, когда на нем совершалось спасение. Что говорит и сам Христос, Иоанна 3,14, числа 21,8,9. В ней преобразовал собой распятого Христа в жертве. Знамя его, честный крест, премудрость Соломона 16,7. Уже ли нельзя было прогнать змея, нельзя было истребить, нельзя было исцелить словом? Зачем это змей медный был? Но как слово Божие могло источить воду из скалы? Сама просто сказал бы, нельзя же было исцелить словом разве? Скала же не ранее повиновалась, что увидела знак креста. Так и здесь. Оно могло прогнать бы змей. Но змеи не раньше были укрощены, чем увидели образ креста, умертвившего жало демонов, святой Иоанн Златоуст. Знамя Христово, это знамение или крест Христов, явится на небе при кончине мира. Я
Много раз спрашивал, ну, явится знамение Сына Человеческого, Матфея 24:30. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силой и славой великую. Восплачутся тогда. Я говорю, а что за знамение? Еще ни один мне за полвека не ответил. Я говорю, крест. А при чем тут крест? Слушайте внимательно. Восплачутся тогда все племена и враги креста Христова, но будет уже поздно. А почему? Я на то говорю, три причины. Первое, для того, чтобы устрашить врагов, которые тоже воскреснут. Чтобы ободрить воскресших праведников. И третье, для славы Христовой. Крест – это его слава. Евангелие от Иоанна 17:1. И у нас иногда видят, вот заходят в гости, когда сектанты заходят. А зачем священник кадилом кадит перед крестом? Отвечается так. Потому что кресту воздается не божеское поклонение, а такая же честь, как святым иконам, святому Евангелию и прочим христианским святыням. Мы почитаем крест, и мы этим почитаем Христа. Крест – это жертвенник. Евреям 9:26. Иначе надлежало бы многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. 2 Коринфянам 5:21. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. А жертва без жертвенника не бывает. Если Христос жертва, то его жертвенник крест святой, куда его положили. Если ветхозаветний жертвенник есть святыня великая, и прикасающийся к жертвеннику все освящалось, исход 29:37, то тем более великая святыня новозаветний жертвенник, крест Христов, освященный, пролитый на нем кровью Спасителя. Иоанн 17:4. После сих слова Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Крест – это слава Христа. Лука 24:26. А что раньше хранили? Мы знаем, даже позади ефода священной одежды хранился меч Голиафа, 1 Царств 17:51, 21:9. Это меч Христов. Умиротворивший через него кровью креста его, Колоссянам 1:20. Не кровью Христа, а кровью креста. Вот интересно, какое здесь дается объяснение Павлом. Крест и Христос соединены вместе, как будто кровь истощается самим крестом. Кровью креста. Я это наставил на этом, когда смотрели сектанты. Вывод один. Перевод неправильный. А как вы можете сказать неправильно? Вы оригинал читали? Ну так. То есть все, что не сходится с сектантским мышлением, намертво отсекается. Он один стих знает, и дальше стиха этого не идет. Ну, которые места я насчитал, выберите время как-нибудь, посмотрите. Хотя бы один раз. Числа 15, 38, 39. «Объяви сынам Израилю и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которых на краях, вставляли нити из голубой шерсти». И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. И не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Когда ничего нету, человек что вспоминает? Вот. Я помню, один вышел, проповедник, в Алма-Ата. Ну, проповедь была, конечно, замечательная. Он вышел, а смотрит, там половина спит. Братья и сестры, тихо. Наши старушки, старицы, они утомились. Поэтому они отдыхают здесь. Старайтесь сильно не шевелиться. Потом голос как повысил. Что? Нажрались жирного, спать пришли сюда. Вот, говорит, как все сразу вздрогнули. Ни поста, ни креста. Поговорка говорится. Когда человек бессовестно обирает другого, говорит, да креста на тебе нету. А сегодня этим бахвалится. Я иконы изрубил. Да что ты не сделаешь-то? Сатана всему худому научит. Если рассуждать по-сектантски, то нужно отказаться от всех Библий и Евангелий, которые они имеют. Ибо подлинно священных книг вообще-то и нету. Исайя 44:20. Обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке твоей. Все время это приводят сектанты. А о чем он говорится? Ну а что, рукой креститесь? Ну его не было тогда, 700 лет до Христа. И даже на это ума нету. Помню, во Фрунзе мы беседовали, я могу по фамилиям называть, Кушнарчук.
хорошие, сильные такие ребята молодые, баптисты все, отделенные. Ну и тоже, Бог не требует служения рук человеческих. Я говорю, 4 вопроса надо задавать. Первый вопрос, кто сказал, когда, кому и для чего? Кто сказал, Павел, когда сказал? В 1 веке. Кому сказал? Афинянам. С какой целью? Ну, чтобы рукой не крестились. Ну, скажите, мы приехали на необитаемый остров. Ну, можем мы ставить там знак, запрещающий движение, или семафор, когда ни одной машины нету? Нету. Как запрещать крестное знамение? А что? Да ничего. Речь шла о капищах. Как Бог, имеющий нужду в чем-то. Да и правда, как же так мы не подумали? Нельзя запрещать то, чего нету. Ну, не было там среди афинян крестного знамения. Ну, не было. Тем более, вы сами говорите, что первые христиане рукой не крестились. Ну, вы же сами говорите. Ну, и правда. Согласились, да, правда, это не об этом говорится. Ну, и все, давайте. Я вас не унижаю этим. Ну, это вы сами взяли. Ну, я православный, я православный. И что интересно, когда в Mail.ru или где-то православный заходит, христианин православный, сектанты никогда не указывают свое вероисповедание. Ну, из паспортов же убрали у нас, что русский националист. Почему? Это для того, чтобы евреи не писали свои. Только одна причина. Об этом пишут в интернете везде. Из-за того, чтобы нигде не показали в паспорте, что он еврей, поэтому, ну, их нельзя так выделять-то. Тогда у всех отнять. Ну, нельзя же до этого уровня доходить-то. Своей нации бояться, своего вероисповедания исповедовать. Так и напиши, я принадлежу к церкви такой-то, ну, к церкви, какая-то, кавычки возьми. Или к секте такой-то. Я нигде ни разу не зашел, чтобы не сказать, что я не христианин православный. А я вел занятия на заводах, фабриках, милиции, воинских частях, КГБ, прокуратуре. И все знают, я выхожу на кафедру и первым делом перекрестился. У нас стоят иконы в университете. Сразу помолились, царю небесное пропели. Здесь нет, все какая-то хитрость такая. Все в траве шуршит, и я узнавать должен. Ну как, а зачем это нужно? Я христианин. Ну вот он тоже христианин. Но он по-другому верит. Потом диаметрально противоположный. Это говорит, мыть ноги, этот не надо. Это говорит, субботу, а этот говорит, воскресенье надо праздновать. Лукавство. Лука 24, 50-51. Через наложение рук ставили служители церкви. Деяния 6.6. Их поставили перед апостолами, сии, помолившись, возложили на них руки. Но к тому, что внешнее проявление есть, они были. 14.23. Деяния. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились постом. Ну зачем тогда руки-то? Ну словами только сказал бы, даже слова не надо, только подумал бы. Но на молитве иногда думаешь только, а Господь уже исполнил. 1 Тимофея 4,14. Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. То есть внешние признаки поклонения, они были всегда. Псалом 62,5. Во имя Твое вознесу руки мои, Псалом 142 стих, да направится молитва моя, как фимиам, перед лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Апостол Павел пишет и к Тимофею, 1 Тимофея 2,8. И так желаю, чтобы на всяком месте мужи поднимали руки без гнева и сомнения. Я обращался к сектантам, к разным, скажите, а почему вы руки не поднимаете? Ну а почему нужно поднимать? Ну написано. Без гнева и сомнения. Значит, вы все время в гневе находитесь на церковь православную, святую православную, и под сомнением у вас все. А без гнева и сомнения, вот мы руки поднимаем, а как? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Притом объяснение, Господи, глава всему. Иисус Христос через Деву Марию получил через чрево имя. Сыне Божий вознесся на правую сторону, поклонился, помилуй меня грешного. А почему другие 2-3 перста? Попутно скажу, у нас 2 перста и 3. 2 это так князь Владимир крестил. Вот склоненный перст, это небеса склонились к земле. Бога человечества Христа. А 3 это Троица. Но я, исследуя это дело, нашел, что в том и в другом есть элемент ереси. Не ересь, а элемент. Почему? Потому что на кресте не умирала ни Троица, ни Бога человека. Умирал человек. А почему? Да потому, что божество бесстрастно. Бесстрастно, говорит Иоанн Златоуст. Божество бесстрастно, оно не может страдать. Ну а как тогда правильно? Крест вещественный, и он на нем получил 5 ран. 2 в руки, 2 в ноги и в бок. 5. Католики молятся по-другому. 5, вот 5 символ у них, 5. Ты с неба сошедший, погасивший гнев Божий, переведи меня на правую сторону. Вот они правильно. Плотские, на плоти принесенные раны, они накладываются на плотской крест. Я не католик, но исследуя все,
Я пришел к выводу, что католики правее нас. Вот сектанты все любят Слово Божие. Я постоянно это подчеркиваю православным всем. Любите так, как они его любят. Они самоотвержены, идут там. Приучитесь и вы так делать. Ну, найдите в православии то, что неопровержимо, что вы получили Библию, которую вы все любите, сектанты. Она получена вами через православную церковь. Ее перевели православные мужи веры. Ну, это-то хотя признайте. Я беру только то, что вы знаете. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.